Для учеников тверских школ в рамках цикла классных часов «Разговоры о важном» состоялись занятия по теме «Древний торопец. Жемчужина Тверской земли». В этом году город отмечает 950-летие. Он входит в список исторических поселений России. Это малая родина выдающегося композитора Модеста Мусоргского, одного из первых реставраторов Эрмитажа Алексея Митрохина, адмирала-основателя Русского географического общества Петра Рикарда и других. Школьникам рассказали об истории торопца и его достопримечательностях. При этом применялись современные технологии, например, просмотр видеороликов. Я считаю, что это очень важно. Почему? Потому что с любви к своей малой родине начинается любовь к нашей великой большой России. Современных школьников крайне сложно удивить. И когда в занятиях присутствуют такие интерактивные элементы, они очень сильно погружают детей в ту информацию, которая им преподается. Они становятся не каким-то пассивным слушателем, а активно включаются в предложенную деятельность. Вряд ли кто-то из детей очень часто бывал в городе Торопец. А используя вот такие интерактивные элементы, дети смогли совершить туда виртуальное путешествие, познакомиться с памятниками, познакомиться с историей, познакомиться с достопримечательностями, с великими людьми и так далее. Это же очень важно. Нам кажется, что Тверская область, она ограничивается, например, только Тверью. Ничего подобного. В Тверской области есть огромное множество городов, которые богаты своей историей. Это и Торопец, и Ржев, и Старица, и много-много других городов, история которых переплетается с историей России в целом.